Дорогие друзья, на библейский портал Экзигет пришел вопрос касательно трудного места Священного Писания. Ну, что значит трудного? Значит, может быть, кому-то из читающих Слово Божие это место показалось не совсем до конца понятным. Какой вопрос? Не укорил ли Господь Пресвятую Богородицу, когда сказал ей, что мне и тебе жену, еще не пришел час мой? Это из Евангелия от Иоанна, вторая глава, событие, которое э, происходило в Кане Галилейской. Зачитаю вам, дорогие друзья, это место. Евангелие от Иоанна, вторая глава. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И так как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе жену. Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, мещавших по две или три меры. И Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. И когда распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек сперва подает хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Вот эти из этого фрагмента Священного Писания сам по себе вопрос Спасителя Пресвятой Богородицы, что мне и тебе же, но еще не пришел час мой, получается, некоторым из читающих Слово Божие воспринимается как упрек Христа Спасителя своей преблагословенной Пречистой Матери. Так ли это на самом деле? Давайте обратимся, дорогие друзья, к Священному Преданию, толкованием святых отцов церкви. У святителя Иоанна Златоуста есть очень глубокое, пространное толкование на евангелиста Иоанна. Я бы предложил вашему вниманию, дорогие друзья, из миссионерских писем святителя Николая Сербского Велимировича, выдающегося богослова XX века. Он ближе к нам по времени, и как будто его даже стиль, его, его размышления может быть в каком-то смысле ближе и понятнее нам как он осмысляет вот это место Священного Писания. «На свадьбе в Кане Галилейской не хватило вина. Богородица, увидев удивленных гостей и посрамленного хозяина, в порыве сострадания обратилась к сыну своему за советом и помощью, говоря ему, вина нет у них. Сын ответил, что мне и тебе, Жену? Эти слова показались тебе укором, и ты спрашиваешь о них», пишет святитель Николай адресату своего письма. Нет, это не укор. Ибо будь он укором, Богородица почувствовала бы это в тот же миг и умолкла бы, и больше не произнесла бы ни одного слова. Между тем она сразу же за этими словами сказала слугам, что он скажет вам, то сделайте. Вот как мы только что с вами видели зачитанного мною текста Священного Писания. Что мне и тебе, Жену, эти слова откровения, а отнюдь не укора. Господь хочет не укорить, а просветить ее. Она из сострадания думала о телесной, низшей потребности гостей, а Он, Христос, о высшей и духовной. Она хотела, чтобы все было по правилам и по обычаю, чтобы никто не огорчился и не осрамился. То есть она была движима естественной такой материнской и чисто человеческой заботой. А Он хотел пробудить спящих и исцелить больные человеческие души. Он сошел к людям, чтобы наше водянистое существо притворить вино, залу в огонь. Смотрите, какой яркий образ. Наше естество водянистое, разбавленное, притворить вино. Богородица желала, чтобы Сын ее сотворил добро людям. В этом его сердце согласно сердцем матери. Но добро великое, соразмерно его величию и полезное всему человечеству до конца времен. А из-за житейской потребности в вине можно было бы обратиться к соседям. В тех краях не было недостатка в вине. Но важно не вино, а чудо. Люди выпьют вино и забудут, а чудо не забудется. Вино, как телесная потребность, принадлежит земному царству, а чудо же, как духовная потребность, принадлежит царству небесному. Богородица в тот момент позаботилась о первом, то есть о телесном, о земном, а Господь же заботится о втором. И видя, что мысли его пречистой матери удалились от его мыслей, он, желая вернуть ее из низшего царства к высшему, ласково сказал ей, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Святитель Иоанн Златоуст пишет об этих словах следующее в своем толковании на евангелиста Иоанна. То были слова не обличения матери, но домостроительство, то есть домостроительство спасения. То есть возведение Царства Небесного в душу Богородицы и всех тех, кто услышит и прочтет эти слова. Вспомни, что сказал Господь Марфе, сестре праведного Лазаря. «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, заботишься и соутишься о многом, а одно только на потребу». Это из Евангелия от Луки, 10 глава, 41-42 стихи. И это не слова укора, а слова просвещения. Царство небесное выше всех забот, поэтому все человеческие труды и заботы следует направлять к стяжанию его. Но почему Господь сказал «жену», а не «матерь»? К слову говоря, дорогие друзья, есть же немало наших протестантствующих друзей, мы их всегда называем друзьями. Почему? Потому что мы, православные христиане, не относимся к людям, отпавшим от православной истины, как к врагам а как мудро говорил святитель Григорий Богослов, мы взираем на братьев, и сердце наше скорбит о разлуке с ними. Братьев, в каком смысле братьев? Мы все чада одного правоца Адама и Евы. Мы по, по природе все братья, и хотелось бы быть братьями и сестрами во Христе. Поэтому мы Сразу поясню, дорогие друзья, не в широком экуменическом смысле мы называем братьями или друзьями протестантов, а именно в ключе сострадания к ним. Нам жалко, что они отошли от богатства, от сокровища православной веры, что наши протестантские друзья читают Библию, но на их очах как бы некая такая завеса, они не все могут понимать. И, собственно, вот этот вопрос, который мы сейчас рассматриваем, пришедший на библейский портал Экзигет, так или иначе, он восходит именно к такому, скорее, протестантскому восприятию слов Христа Спасителя, что мне и тебе, Жену. И вот здесь как раз святитель Николай поясняет, почему Господь сказал Жену, а не Мати, чтобы в этот миг подчеркнуть разницу в их помыслах. Ибо если бы сказал Мати, мы могли бы не обратить внимания на эти слова и не заметили бы разницы в их помыслах. Апостолу Петру Господь дал еще более строгий урок, сказав ему однажды, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это известное место из Евангелия от Марка, 8 глава, 33 стих. «А если бы сказал ему, отойди от меня, Петр, или отойди от меня, человек», мы не заметили бы той пропасти, которая отделяла в этот момент мысли Петра, апостола Петра, от мысли Господа. А вы же помните, что, что предшествовало этим словам? Почему Господь сказал Петру, отойди от меня, Сатана? Потому что когда Спаситель говорил о своих грядущих страданиях, добровольных и искупительных страданиях за весь человеческий род, то апостол Петр подошел, начал прикостовить и говорил, Господи, да не будет этого с тобою. И поэтому Господь видя, что мысли апостола удаляются от его мыслей, сказал ему такие очень строгие слова «Отойди от меня, сатана». И вот здесь святитель Николай и обращает наше внимание, что Господь обратился к Пресвятой Богородице со словами «жено», чтобы показать разницу в их помыслах. Она заботилась о земной потребности, а нужно заботиться о небесной. Поняла ли в тот миг Богородица сына своего и приняла ли назидание? Совершенно. Она сразу перестала советовать советнику, с большой буквы, и направлять ведущего. Но послушно и смиренно вернулась к своей роли. Какой роли? Готовить людям путь к нему. И поэтому она и сказала вот эти важные слова. Эти слова, дорогие мои друзья, Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Имеют отношение не только к той конкретной исторической обстановке, что она сказала слугам, сделайте то, что он скажет, а имеет отношение, как святые отцы церкви говорят, ко всем нам. Что он скажет вам, то делайте. Вот эти слова. И тогда слуги сделали то, что он сказал им. И тогда она вместе со всеми в душевном трепете ожидала чуда послушаем, братья, и мы, Пресвятую Богородицу, сделаем все, что нам ее Сын заповедал. Это в нашей власти, исполнять то, что Он нам заповедал. И когда исполним все, что сказано, с трепетом ожидаем неведомого, да ожидаем от него чуда, чудо притворения телесного человека в человека духовного, земного в небесного, воды в вино. Мир тебе и радость от Господа. И вот, дорогие мои друзья, после вот этого всеобъемлющего, исчерпывающего ответа святителя Николая Сербского, хочется отчасти добавить, что наши протестантские друзья, которые так или иначе Священное Писание читают, изучают, пытаются его понять, среди них часто можно услышать укор в адрес православных, что мы якобы чрезмерно почитаем Пречистую Преблагословенную Деву Марию. Но на самом деле, дорогие мои друзья, Давайте внимательно почитаем даже текст Священного Писания. Когда мы читаем о событии Рождества Христова, как сначала вифлемские пастухи простосердечные пришли и рассказали о том, что им явились ангелы, и они услышали вот это небесное пение «Слава Вышних Богу на земле мир в человец их благоволение». И когда они поклонились Богомладенцу Христу и рассказали об этом явлении ангелов, Пресвятая Богородица – как пишет о ней евангелист Матвей, «Все, «все слова сии слагала в сердце своем». Ни о ком из святых пророков, праведников Ветхого Завета, равно как и святых апостолов в Новом Завете, ни о ком из святых, в Священном Писании не сказано, «все слова сии слагала в сердце своем». Вот почему святые отцы церкви, обращая внимание на эту, казалось бы, может быть, такую деталь, может быть, даже которые остаются вне нашего внимания, когда мы читаем Священное Писание, но они очень важные. «Все слова Божии слагала в сердце своем Пресвятая Богородица». А вот это известное место из первой главы Евангелия от Луки, где повествуется, как Пречистая Дева Мария шла в горнюю страну, в горний, и встретила праведную Елисавету, свою родственницу. И когда Елисавета, которая готовилась стать матерью будущего святого, Притечи крестителя Господня Иоанна, когда она возрадовалась, возликовала, и младенец возликовал в во очреве ее, когда она приветствовала преблагословенную Деву Марию и сказала, радуйся, благодатная Господь с тобою, и в ответ Пресвятая Богородица сказала очень важные слова. Обратите внимание, таких слов никто больше из писателей Нового Завета о себе не говорил. Она сказала, и сотворил мне величие сильный, и свято имя Его. Пречистая Дева Мария говорит, «Величие мне сотворил сильный, и свято имя Его». Если Бог, имя Которого свято, сотворил ей величие, то давайте задумаемся, дорогие друзья, в первую очередь я обращаюсь к нашим протестантским друзьям. Кто же мы, чтобы не почитать ту, величие которой сотворил сильный сам Бог? Мы счастливы, мы, православные христианы, счастливы, что имеем такую любящую, заботливую, милостивую, небесную Матерь Пресвятую Богородицу? И счастье быть ее, ее чадами по вере мы желаем всем. Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани всех нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео.